Om namo bhagavate vasudevaya.
Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Tato Jayamudhiraye Nastapraeshu Vapadreshu Nastapraeshu Vapadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're continuing Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, and the Son of Drona Punished, text number 37. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 7, наказание сына Дроны, текст 37. Свапрананья парапранай. Свапрананья парапранай. Прапушнати агринакала. Прапушнати агринакала. Tadvadastasya hi shreyo Tadvadastasya hi shreyo Yaddoshadyati adapuman Yaddoshadyati adapuman Svaprananya parapranay Svaprananya parapranay Prapashnati agrinakala Prapashnati agrinakala Tadvadastasya hi shreho Tadvadastasya hi shreho Saddoshadhyati adapuman Yaddoshadhyati adapuman Svapranamya parapranay Svapranamya parapranay Prapashnatiyakrinakala Prapashnatiyakrinakala Tadvadastasya hi shreho Tadvadastasya hi shreho Yaddoshadhyati adapuman Вот это набрать надо, да? Свапранахьях парапранай Свапранахьях парапранай Прапушнать агринах кала Прапушнать агринах кала Татватхастасья хишрио Татватхастасья хишрио Ядошатьять атхахпуман Ядошатьять атхахпуман connect with Wi-Fi. Wi-Fi is this is password. And make this Skype conference. What's the password? Password. Прапушнати агринакала Прапушнати агринакала Тадвадастасья хишрио Тадвадастасья хишрио Ядошатайя тахунам Ядошатайя тахунам Йота Свапрананья парапранай Прапушнати агринакала
Прабушнати Агриха Агринакшала. Прабушнати Агринакшала. Тадвадастасья Хишрио. Тадвадастасья Хишрио. Свою жизнь. Ях. Тот, кто. Парапранайх. Ценой жизни других. Пропушнати. Поддерживает должным образом. Агрина. Бесстыдный. Кала. Жалкий. Татватха. Убийство его. Тася, его, хи, несомненно, шия, благо, яд, из-за которого, дошат, недостатка, яти, идет, атха, вниз, уман, человек. Жестокий и подлый человек, поддерживающий свое существование ценой жизни других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а иначе из-за своих поступков он будет опускаться все ниже и ниже. Комментарий Шрилы Прабхупады. Жизнь за жизнь – такова справедливая кара для жестокого человека, бесстыдно живущего ценой чужих жизней. Политическая мораль требует приговорить убийцу к смертной казни, чтобы спасти этого жестокого человека от ада. То, что государство приговаривает убийцу к смертной казни, благо для преступника, потому что в своей следующей жизни он не будет страдать за совершенное убийство. Смертный приговор убийцы – самое мягкое из наказаний, которых он заслуживает. В Смрити Шастра говорится, что люди, наказанные царем по принципу «жизнь за жизнь», настолько очищаются от всех грехов, что могут даже попасть на райские планеты. По словам Ману, великого автора свода гражданских и религиозных законов, даже убийцу животного нужно считать убийцей, потому что мясо животного – не предназначена в пищу цивилизованным людям, чья основная обязанность – готовить себя к возвращению к Богу. Ману говорит, что убийство животного – это настоящий сговор группы грешников,
и каждый из них должен быть наказан как убийца, подобно тому, как наказывают соучастников преступления, повинных в убийстве человека. Дальше выделено. Тот, кто дает разрешение на убийство животного или убивает животное, торгует мясом убитого животного, готовит пищу из мяса животного, занимается распределением этой пищи и, наконец, ест пищу, приготовленную из тела убитого животного, убийца и по закону природы должен понести наказание. Несмотря на все достижения материалистической науки, никто не может создать живое существо, поэтому никто не имеет права убивать живое существо по своей прихоти. Мясоедам Писание разрешают только ограниченные жертвоприношения животных, и то лишь для того, чтобы предотвратить открытие скотобоин, а не ради поощрения убийства животных. Процедура жертвоприношения животных, дозволенная Писаниями, приносит благо как самим жертвенным животным, так и тем, кто ест их мясо. Это благо для животного, потому что принесенное в жертву на алтаре, оно тут же переносится в человеческую форму жизни. А мясоед при этом избавляется от необходимости совершать более тяжкие грехи, поедая мясо, поставляемое организованной скотобойней, ужасным местом, приносящим обществу, стране и людям всевозможные материальные несчастья. Материальный мир и так полон тревог, а если поощряется убийство животных, вся его атмосфера оскверняется войнами, эпидемиями, голодом и другими нежелательными бедствиями, которых становится все больше и больше. Омагьяна тамарандасья гьянам джанашалакая чакшур милитамина тасмай шри гураве намаха ванча калпатару вишча криба синдурхай пача бадиян баданыйо вайшнавепьо намаха шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шриадвайта Гададва, Шривасади Горбхактавинда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Lord Krishna is speaking to Arjuna in relation to the punishment of the son of Drona named Ashwatthama. Господь Кришна обращается к Арджуне по поводу наказания сына Дроны, которого зовут Ашватхама. Lord Krishna is pointing out that it's the duty of civilized people to perform acts for the benefit of others. Господь Кришна отмечает, что обязанностью цивилизованного человека действовать на благо других. It is stated in Srimad Bhagavatam that one should sacrifice his life, his wealth, his intelligence, or his words for the service of others. Как говорится в Шримад Бхагаватам, человек должен пожертвовать на служение другим либо свою жизнь, либо свое богатство, либо свой разум, либо свои слова. Someone sacrifices their life for others, the person is glorified. Если кто-то отдает свою жизнь для других, то такого человека прославляют. We know Lord Jesus Christ is praised because people say he died on the cross for the sins of others. Мы знаем, как прославляют Иисуса Христа, ибо люди говорят, что он принес свою жизнь ради искупая грехи других. So we may not be ready to sacrifice our life, but maybe you can sacrifice your hard-earned wealth. Но может быть кто-то не готов к тому, чтобы пожертвовать своей жизнью для других, но он может пожертвовать свое сердце и свое богатство. So of course sometimes people would rather give their life than give their wealth. Потому что подчас люди скорее готовы расстаться с жизнью, чем со своим кошельком. Money means more to them than their life. Поскольку деньги для них значат больше, чем жизнь. And if one has no wealth,
then one should give use their intelligence for the benefit of others. А если денег у человека нет, то он может хотя бы свой разум отдать людям. You may say, "I have no brain. I'm not a very intelligent person." И если кто-то скажет, ну у меня никакого разума, никаких мозгов-то и нету. Then we can use our words for the benefit. Ну тогда мы можем хотя бы свои слова посвятить благу других. Just try to say something pleasant, pleasing to people. Стараясь говорить что-то приятное, хорошее людям. And of course, devotees, we use our tongue to chant the Hare Krishna mantra for the benefit of others. И как преданные мы, вот, например, используем свой язык, чтобы вибрировать Хари Кришна мантру для блага других. In Nectar of Instruction, Srila Prabhupada discusses the different types of loving exchanges. В Нектаре наставлений Шрила Прабхупада описывает 6 типов любовных взаимоотношений. Srila Prabhupada writes how devotees, through the distribution of the holy name, are giving the greatest charity to others. И там Прабхупада говорит, что распространяя святое имя, преданные занимаются величайшей благотворительной деятельностью на благо других. And so people who perform acts for the benefit of others, then they get the benefit of that. It's to their credit. They will be elevated in the future life. И тот, кто вот так живет, помогая, стараясь помогать другим, тот получает заслуги от этого и возвышается. But here, in this section in Srimad Bhagavatam, we're hearing about the son of Drona and how he performed acts which were just the opposite. He performed the most terrible, sinful activity. Но вот здесь как раз в этих стихах, которые мы читаем в Шримад Бхагаватам, рассказывается о ужасном поступке сына Дроны, Ашватхамы, который был наоборот направлен на вред другим. He came into the camp of the Pandavas in the middle of the night and he killed the 5 sleeping sons of Draupadi. Он незаметно ночью прокрался в лагерь пандавов и убил 5 их спящих сыновей. So this was an act very much against all religious principles. И этот поступок противоречит всем религиозным принципам. It was the most sinful activity, and he certainly has to be punished for such an action. То есть это ужасная греховная деятельность, и безусловно, он заслуживает наказания за это. Prabhupada explains how if a murderer is not given the death penalty, then they suffer in the next life. И Прабхупада описывает в комментарии, что убийца, которого не наказали, он будет страдать в своей следующей жизни. It's the duty of the state to give appropriate punishment for criminals. Это обязанность государства должным образом наказать преступника. And Prabhupada talks about how there's a common saying, an eye for an eye, a life for a life. If somebody takes a life, he should give up it, he should be killed, he should lose his own life. И Прабхупада приводит известное выражение «око за око, а жизнь за жизнь». То есть человек должен получить то, что заслуживает. Now sometimes we may argue against this principle. We say, no, this is wrong, we should be kind. If we follow this principle, an eye for an eye, a tooth for a tooth, then the whole world will go blind and nobody will have any teeth. Иногда люди возражают против этого, говоря, ну это слишком, как это Ганди говорил, что если мы так будем поступать, око за око, зуб за зуб, то весь мир будет ходить слепой и без зубов. But here we're talking about the punishment of sinful people. Но здесь речь идет о наказании греховных людей. When we speak about being tolerant and dealing with others, we're not talking about actions like what is being considered here, like murderers. То есть есть разница между вот таким
ну, все прощением в обычной бытовой жизни каких-то мелких прегрешений людей и наказанием настоящих убийц, преступников. Society cannot be tolerant in the case of these kind of crimes. Какие преступления общество не должно прощать? Just like in India nowadays, there's a lot of people. There's a lot of problem with attacks on women. Women are being raped and women are being killed even and exploited. And when people are taken to court for this, then they're punished very severely. So the government in India is very concerned to give protection to women. In India? Yeah. Например, в Индии в наше время пошла такая волна насилия над женщинами. Их насилуют, их подчас даже убивают или еще как-то эксплуатируют. И вот правительство принимает какие-то меры против этого. Очень жестоко наказывает. Жестоко, да, наказывает. But we should be concerned not only to protect women. What about the cows? What about other living entities? И также оно должно думать не только о женщинах, а что насчет коров, других живых существ? In the West we have one society, the Society for Prevention of Cruelty to Animals. Например, на Западе есть общество, которое защищает против жестокого обращения с животными. I don't know if you have a society like that here in Russia. В России есть такое общество? But do you know? Yeah. So they have that people want to see the animals are not treated cruelly. But at the same time, the same people who run these societies every day will eat meat. И парадокс в том, что такие люди, которые вот смотрят, чтобы с животными жестоко не обращались, они же и едят мясо. They're talking about not being cruel to animals, but at the same time, they don't think anything about eating meat and all kinds of disgusting animal flesh. Они пытаются предотвратить жестокость по отношению к животным и в то же время никак не обращают внимания на то, что сами едят мясо и плоть других существ. So Srila Prabhupada points out how cruel the modern society is, that we maintain these slaughterhouses for killing innocent creatures. И вот об этом Шрила Прабхупада говорит в комментарии, насколько сейчас общество стало жестоким, оно открывает скотобойни, где убивают невинных существ. And people don't think anything of it. Nobody complains. They think, oh, it's okay, that's all right. И люди все это принимают как норму всюду, так и должно быть. Никто не возражает против этого. If somebody's cruel to their dog or cat, then it's a big crime. Но если кто-то вот так публично будет избивать кошку или собаку, это будет считаться как преступление. Any number of cows can be taken and cut to pieces and the meat sold, and that's considered all right. А вот коров сколько угодно можно рвать на куски, есть их, и это нормально. But if you leave your dog out in the cold all winter, then you're cruel to animals. А если выгоните свою собаку на холод, то вас сочтут жестоким по отношению к животным. And so that you can see how the modern society is so crazy, it has no proper standards, no understanding about what is proper and what is improper. То есть в этом смысле современное общество как сумасшедшее, оно не имеет стандарта, не на что ориентироваться ему, что правильно, а что неправильно. So I also preach in some Buddhist countries, and such Buddhist countries like Thailand, you know, they're very proud of their Buddhism. But the Buddhists say all eat meat. Например, я проповедую в буддийских странах также, в Таиланде в частности, и там все буддисты едят мясо.
Sometimes I will go. Sometime back I was traveling in Thailand. I was visiting some other towns, and I didn't want to stay in the hotel, so I went to the Buddhist temple and I asked them, "Could I stay overnight in their temple?" Однажды я проповедовал не так давно там и не захотел останавливаться в гостинице на ночь, а спросил в одном храме. Можно у буддистка, можно у вас заночевать? You know, in Thailand there's many Buddhist temples everywhere and many monks. 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 А, монк. Поскольку в Таиланде куча храмов буддистских и много монахов буддистов. So they allowed me to stay in their temple, and the next morning they invited me and said, "Would you like something to eat for breakfast?" И они мне разрешили, я переночевал, а утром они пригласили меня на завтрак. But I told them, I said, "Well, I'm a vegetarian. I don't eat meat or fish or eggs." И я сказал им, я вегетарианец, не ем мясо, рыбу, яиц. Then they looked at me and then they said, "Then we have nothing." И но они тогда посмотрели на меня и сказали, ну тогда у нас для вас ничего нет. I said, "Everything, every preparation we have here has meat or fish or eggs." Ибо у нас все блюда абсолютно в них есть либо мясо, либо рыба, либо яйца. And if you discuss with the Buddhists there, if you discuss with them about how it's wrong to eat meat, they will simply say, "We did not kill anything." Но если вы начнете с этими буддистами говорить, а не насилие, вот о том, что это нехорошо убивать, они вам ответят, что мы никого не убиваем. Yeah, the monks, they go out every morning and they simply beg, and people come and give them food. А монахи там, буддисты, обычно выходят каждое утро и просят подаяния, и люди им дают пищу. They get a lot of food. Много дают. If you go to the Buddhist temples, you'll see outside every Buddhist temple there's so many dogs, street dogs, living there inside the temples. И если вы в любой из этих буддийских храмов там отправитесь, то вы увидите, что за стенами этих храмов живет очень много уличных собак. And they're all well fed on the scraps left over from the monks. Они очень хорошо себя чувствуют, такие все упитанные, поскольку питаются остатками того, что им монахи дают. And so they're saying, "I didn't kill anything," but here Srila Prabhupada is explaining that everyone who takes part in the raising of the animal or the slaughtering of the animal, the selling of the meat, the transportation of the meat, the cooking of the meat, they're all guilty of sin. И так они говорят, что мы ж никого не убиваем, но Прабхупада поэтому и перечисляет здесь, выделяет даже это, что убийцей считается не только тот, кто убивает, но и тот, кто дает разрешение на это убийство, торгует мясом, готовит пищу, занимается распределением этой пищи, ест ее. They all have to take their share in the karma, in the sinful reactions for the killing of the animal. Все они со степени своего участия в этом разделят карму за это ужасное убийство. And it's especially sinful to kill a cow. И в особенности греховным является убивать коров. Because the cow is the highest form in the animal species. Поскольку корова является высочайшей формой среди животных. The soul from the cow is going to take a human form in the next life. Поскольку душа после жизни в теле коровы получает сразу тело человека. But when the animal is killed in the slaughterhouse, it's not given a chance to finish, to complete its time in that animal body, and it has to take birth again in an animal form. И когда корову убивают, то душа не может завершить свой процесс эволюции, перейти в тело человека, и она снова вынуждена перейти в тело животного. Now there is some prescription for meat eating. Существуют определенные рекомендации для мясоедов.
people who very strongly desire to eat meat, there is some adjustment made, there's some allowance made for people according to scripture. В соответствии с писаниями, для тех, кто очень сильно настаивает на своем желании есть мясо, есть определенные предписания, правила. And that prescription is that you can kill a goat, not another animal, not a cow, but an animal like a goat. You can take a goat before the goddess Kali. Там говорится, что если хотите есть мясо, нужно съесть козла, но не корову. Этого козла нужно принести в жертву перед богиней Кали. But not every day. Once in the month, it means on the dark moon night, which means once in a month, on the dark moon night, which comes only once in a month, on that night you can take a goat before goddess Kali and kill it. And when you kill it, это нельзя делать каждый день, этого козла приносить. Только один раз в месяц, в новолуние, когда нет луны, вы можете убивать этого козла и перед богиней Кали и есть. And when you're killed, when the animal is being killed, they have to recite a mantra saying that I am going to kill you, in the next life you can kill me, you can eat my flesh. И убивая этого козла, вы вслед за священником должны произносить следующую мантру. Сейчас я собираюсь убить тебя, а в своей следующей жизни ты получишь возможность убить меня. This is the allowance. You want to eat meat, you have to agree that in the future you will allow your own self to be killed so that your flesh can be eaten. То есть вы сами прямо дозволяете, что сами соглашаетесь с тем, что сейчас я убиваю тебя, а в следующей жизни я согласен быть убитым тобой. So this is the prescription in the Vedas. You want to eat meat, you have to agree like this. Вот так Веды предписывают мясоедам. Если хочешь есть мясо, должен согласиться на вот такие условия, что тебя тоже съедят потом. People today are very, of course, they don't follow any religious principles. They simply get their meat not from the Kali temple. It's not sacrificed in a religious ceremony like we described at Kali, but they simply get their meat from the slaughterhouse. Но современные люди даже этого не делают. Они мясо не покупают в храмах богини Кали, они покупают их со скотобоин. Eating the meat from the Kali sacrifice is better than having the meat from the slaughterhouse. Ибо, безусловно, есть мясо из храма богини Кали лучше, чем со скотобойни. Most people are ignorant of the horror which takes place inside a slaughterhouse. Большинство людей вообще как бы не ведают о тех ужасах, которые на скотобойнях творятся. People generally they go to places where you can get some beef burger or some kind of meat dish, and you know they see that the restaurant looks very nice and clean. Наоборот, как правило, люди предпочитают покупать мясные продукты, всякие бургеры в таких красивых заведениях, все очень чисто, красиво выглядит. But nobody thinks about the horror which takes place, the horrible scene which takes place in the slaughterhouse. И при этом все забывают о тех и вообще не знают о тех кошмарах, которые творятся на скотобойнях ради этих мясных продуктов. So these people who are involved in these sins, like killing of cows, then it said they have to take birth again and be killed. For every hair on the body of the cow, they have to take birth again and be killed. А в Писаниях говорится, что те, кто принимает участие в убийстве коров, будут вынуждены рождаться и быть убитыми столько жизней, сколько волосков на теле этой коровы. And Srila Prabhupada explains that because we are killing so many animals,
That is why we have so many problems on the planet. И Прабхупада говорит здесь, что из-за того, что мы убиваем столько коров, животных, мы имеем столько проблем на нашей планете сейчас. The wars between one nation and another. Войны между нациями. And then different disasters like earthquakes and hurricanes, tornadoes. Различные природные катаклизмы типа землетрясений, торнадо, всяких наводнений. So all of these different disasters by nature, they're not by chance, but these are the reactions due to all of the sins. Эти все несчастья, бедствия стихийные не происходят случайно. Это закономерная реакция на вот это насилие, которое творят люди над животными. So people, economists have all studied the situation, and they all agree that actually vegetarian diet is the proper diet for the planet. Экономисты давно изучили этот вопрос, и все согласны в том, что вегетарианство – это единственная верная диета для всех жителей планеты. Even long ago, in the times of the Greeks, Aristotle was asked to plan a city, and he said, it should be vegetarian, there should be no meat eating allowed. Даже Аристотель вот в Древней Греции, он говорил, что должны мы питаться вегетарианской пищей, а и мясоедение нужно запретить. And people were surprised, they were complaining to him. They said, why vegetarian? He said, no, if it's not vegetarian, then you will have so many diseases, there will be so much crime, there will be so many other social problems. А люди возражали ему, почему вегетарианство, почему нельзя есть мясо? И он говорил, что если будете есть мясо, то это приводит к многочисленным проблемам, таким как болезни и преступность. We say nothing happens by chance. These problems, the disasters, the wars, all the unrest, it's all coming as a result of our own sinful activity. Мы говорим, что все трудности, все в обществе проблемы, всякие катаклизмы, другие бедствия, они все являются не случайными, а реакцией за наши греховные поступки. Of course, killing of animals is only one aspect of the sins of the modern society. И при этом убийство животных является всего лишь одним из аспектов греховности современного общества. Every day, so many children are killed in the womb of their mother. И еще каждый день столько детей убивают в чревах матерей. Every day. Каждый день. Just unbelievably, it's unbelievable how much crime is going, how much killing is going on in the name of advanced living. Каждый божий день вы даже не можете представить себе, сколько детей, живых существ убивается во имя такой прогрессивной, цивилизованной, так называемой жизни. We had one, there was one lady came and she was becoming a devotee, and it was found out that she'd already had 9 abortions. Вот одна присоединилась преданная женщина, и она уже до сознания Кришны совершила 9 абортов. It's common today. То есть это сейчас распространено. One of my friends in China told me his wife was pregnant, and he took her to the hospital to see the doctor, and there were many other ladies there, also pregnant, and the doctor was coming and he was asking them, abortion, 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 and they were all saying, yes, yes, yes. And they were shocked when they came to my friend's wife, because she said, no, I want the baby, I want the child. It was unusual that a woman wants a child.
Один мой друг, знакомый в Китае, у него беременная жена, они пошли с ней к врачу на обследование, и там сидели много еще женщин беременных. И вышел врач, и, показывая на всех, говорил: так, тебе аборт, тебе тоже аборт, тебе аборт. И все женщины соглашались: да, да, да. И когда очередь дошла до этой жены преданного, она сказала: нет, нет, я не хочу аборта. И все удивились, потому что сейчас это очень необычно, что кто-то хочет ребенка. And it's the same in the West, in Western countries. И то же самое в западных странах. You have so many young, unmarried mothers. So they just go for abortion. Есть множество молодых, не замужем матерей, которые тоже продолжают делать аборты. People have no appreciation for life. То есть люди жизнь даже не ценят. We're thinking life is just chemicals. Ибо мы думаем, жизнь — это просто как-то химический процесс. Srila Prabhupada points out in the purport that no one has been able to make any form of life. Но Прабхупада говорит здесь в комментарии, что никто при всем так называемом прогрессе научном не может произвести никакой формы жизни. Scientists often talk that they're making progress, they're going to create life in the laboratories. Иногда ученые говорят: мы вот прогрессируем, мы скоро в лабораториях будем создавать живых существ, жизнь будем производить. But Prabhupada said this is all just like a post-dated check. Но Прабхупада говорит, что это как чек, который обещают оплатить в будущем только. Yeah. We will write the check for 10 million, but we have no money today. But in the future I will pay you. Just keep it for some time. Вот вам чек, пожалуйста, на 10 миллионов. Ну, сейчас денег нет, но в будущем вы по нему получите деньги. Prabhupada would say scientists cannot even create one grain of rice. Прабхупада говорит, что ученые даже одно зернышко рисовое не могут произвести. Every day the chicken can lay eggs, but the scientist cannot create one egg. Например, каждый день курицы несут яйца, но ученые не могут даже одного яйца сделать. So, the Krishna conscious philosophy helps us to understand what is life. И философия сознания Кришны помогает нам понять, что такое жизнь. It helps us to appreciate life in every living entity. Она помогает нам ценить ценность жизни в каждом живом существе. And to make the proper use of this life. И правильно использовать эти жизни. So Lord Krishna is pointing out that someone like Ashwatthama deserves to be punished for his behavior. И так Господь Кришна сам говорит, что вот люди подобные Ашватхаме должны быть наказаны за свое поведение. And if he's not punished, then we're not doing any good for him. It's actually good for him to be punished. А если их не наказывают, то мы не приносим таким людям блага, отказываем им во благе, поскольку на самом деле это хорошо для них быть за это наказанными. Okay. Some questions? Есть ли у вас вопросы? Когда грехи, искренне раскаивается человек за свои грехи, и еще, например, в православии батюшка отпускает грехи, это как бы карму снимает или все-таки остается последствия кармы? When one is sincerely repenting about his sins, or like in Orthodox Church, there is some concession, you know? Confession. So is it nullify our karma or still karma remain? Just like in the Vedic system, there is what we call atonement, that we make some penance to make up for some past sins. Например, в Ведах есть такое понятие, как искупление грехов,
чтобы избавиться от прошлых грехов. So in the Roman Catholic Church, they have also this confession. You go to the priest and you tell the priest, I did this wrong, I was sinful, and then the priest will give some, he said, you have to chant some prayers, you have to recite some prayers a number of times, or you have to give some money for charity for the church. То же самое в Римской католической церкви есть такая традиция, идут к священнику и исповедуются, раскаиваются, говорят, я такие-то грехи совершал, и священник говорит, ты должен повторять вот такие-то молитвы столько-то раз или пожертвовать там на что-то хорошее церковь. So this is an act which will counteract the effects of the sins. Это вот соответствует вот этой концепции ведической покаяния, искупления, когда вы что-то делаете, и это как бы нейтрализует совершенные вами грехи. But it doesn't take away the desire for sin. Но такие действия не устраняют самого желания грешить. Yeah, we do something wrong, we confess about it. And then we go on and do it again next week, and come back again and again the same confession. Мы совершили что-то плохое, потом идем раскаиваемся в этом, потом снова на следующей неделе опять совершим это же и снова идем раскаиваемся. The man may say, "Oh, I hit my wife. I shouldn't have hit her. She's a good wife." And the priest said, "Yes, very wrong. You should not hit your wife." Человек может прийти к священнику и сказать, я вот свою жену побил, а он говорит, да, это очень нехорошо, ты не должен так поступать. И на следующей неделе он опять приходит, опять я ей фингал поставил. It continues, it goes on, it goes on. То есть так может продолжаться снова и снова. How to get rid of that desire for sin? Как избавиться от самого желания грешить? Это происходит не только благодаря какому-то покаянию, но не благодаря покаянию, а только благодаря сознанию Кришны. Commit. We have to surrender ourselves to Krishna. We have to surrender ourselves to God to get rid of the desire for sin. Мы должны именно предаться Кришне, чтобы избавиться от желания грешить. This is the power of devotional service. Таково могущество преданного служения. It takes away the desire for sin. Оно само желание грешить устраняет. It does not only just take away the effects of sin or the reactions of sin, but it takes away the desire to do more sin. Оно не только очищает нас от последствий наших грехов, но и от самого желания грешить. We give the example, an elephant likes to take a bath. And after taking its bath, it gets nice and clean, then it will come out and roll in the dirt. Дается пример слона, который заходит в реку, тщательно моется, но затем выходит и снова посыпает себя грязью, пылью. In the same way people do sins, and then they go and perform some act to counteract the sin, and then they do more sins. Также люди совершают какой-то грех, идут, очищаются от него и потом опять совершают грехи. The man has some sexual, he's very sinful, he's very addicted to sex, and he goes to different women and he gets some sexual disease. Например, кто-то очень привязанный к сексу, у него много женщин, и он в конце концов получает какую-то венерическую болезнь. And then he has to undergo painful treatment to cure that disease. И проходит потом через очень болезненное лечение. But it does not take away his desire
Но это лечение не избавляет его от дальнейшего желания заниматься сексом. И он это продолжит, скорее всего. We have to have a process of atonement, a process of purification, which will take away the desire for sin. Поэтому процесс искупления от грехов должен быть таким, чтобы он устранял само желание грешить. This is the power of Krishna consciousness. В этом могущество сознания Кришны. That when we act in pure devotional service, then it takes out even the desire for sin. Когда мы принимаем преданное служение, оно устраняет даже желание грешить. The example, the hunter, he'd been killing animals, but after he started chanting the holy name, he did not even want to step on insects. Как мы уже приводили пример того охотника, который жил до этого, убивая животных, а когда стал преданным, то он не мог убить даже муравья. He changed. То есть настолько он изменился. Through his association with the holy name. Общаясь со святым именем. So when we chant purely, then it will actually take away all of our desires for sinful activity. Если мы воспеваем чисто, то это устраняет все наши желания греховной деятельности. Because Krishna acts on the heart. Поскольку Кришна воздействует при этом прямо нам на сердце. And where Krishna is, there can be no Maya. А где есть Кришна, там нет места Майи. Another question, Prabhu? А почему вот что-то песня, где-то пример со словом приводится? Когда Махарадж Парикшит спрашивает, как избавиться от грехов. Почему Шукадева Госвами с вами сначала дает ему один ответ, как бы неполный, про то, что искупление, потом про гьяну и так потом. Почему он сразу ему не ответил? Почему он его проверял? And why in the sixth canto, where this example is given by Шукадева Госвами about elephant, why Шукадева Госвами from the very beginning, don't give to Maharaj Parikshit don't describe about glory of devotional service, but first of all he told him about power of atonement, about jnana process, and only when he gave him secret of devotional service, but this is only the medicine. Yeah. Yet in the fifth canto, first of all, we read about the hellish planets and the different sufferings which people in the hellish planets undergo. До этого идет пятая песня, где описаны всевозможные адские планеты, на которых люди страдают за свои грехи. And when Maharaj Parikshit heard about that, then because he's a devotee, he was thinking, how can we save them from this hell? What do we need to do to deliver them? И когда Махарадж Парикшит услышал об этом, естественно, будучи преданным, сострадательным, он спросил, а как же можно помочь людям, как избавить их от таких страданий? So Sukadeva Goswami described different processes of atonement. И Шукадева Госвами описал различные процессы покаяния за свои грехи. And he described how we can perform different atonements like fasting or like giving charity or making a vow of silence, doing some austerity. Например, можно совершать аскезы, поститься, обет молчания принять, или first, what was first? A vow of silence. Yeah, and austerity. Fasting. Благотворительность. А, да, и благотворительность первая. Yeah. I remember that when I was in
Calcutta, I used to meet one businessman and he told me, he said, every Sunday he makes a vow of silence. He does not speak to anyone. Every Sunday. Yeah. Помню, вот в Калькутте я встречал одного бизнесмена, который сказал мне, что я, например, каждое воскресенье принимаю обет молчания, ни с кем не говорю целый день. But when Monday comes, he's very active. He has a lot to say. Но когда наступает понедельник, ему уже множество есть поводов для разговоров, он очень занятый человек. So that kind of atonement doesn't have a great benefit. It helps to get rid of some sinful reactions, but still the desire for sin is there. Безусловно, такого вида покаяния они сжигают какие-то виды грехов, но тем не менее желание грешить остается. Sukadeva Goswami described these different processes, however, because he wants to test the intelligence of his disciple Maharaj Parikshit. И Шукадева Госвами описывает эти всевозможные виды покаяний сначала, таким образом проверяет разум своего ученика Махараджи Парикшита. Sukadeva Goswami was instructing Maharaj Parikshit, preparing him for death. Ибо Шукадева Госвами очень серьезным делом занят, он подготавливает, наставляет Махараджа Парикшита к смерти, готовит. And he wanted to make sure Maharaj Parikshit was very attentive and thinking carefully about what he was hearing. И он хочет убедиться, что Махараджа Парикшит очень внимателен и очень тщательно слушает то, о чем ему говорят. Just like I remember one time, many devotees used to come to Bhagavatam class in the morning, and they would sit there, but they would just sleep. They wouldn't listen. Например, преданные иногда слушают Бхагаватам, но слушают его невнимательно, практически спят. So one devotee who was giving class, he noticed people were not listening. So he began to speak about the goal of life is sense gratification. We have to eat as much as we can and sleep as much as we can. И один преданный, вот заметив такую тенденцию, начал на лекции по Бхагаватам говорить: цель жизни – это наслаждать чувства как можно больше, есть как можно больше, спать как можно больше. Isn't it right, Prabhu? И не правда ли, Прабу? And then the one, и все проснулись и говорят: да, конечно. He showed them all, that they were not paying attention. They were just simply sleeping. Так он им показал, что они невнимательно слушают, просто спят. So Maharaj Parikshit was also tested by Sukadeva Goswami. Вот подобным же образом Шукадева Госвами проверял Махараджу Парикшита. He was telling Maharaj Parikshit, you can do this atonement, you can do this kind of thing, you can do that. But Maharaj Parikshit was very attentive and he said, I know this is not going to work, this is not enough. Вот так он говорил ему, Шукадева Госвами. Вот Махарадж Парикшит, можно вот такое совершать покаяние, сякое. А Парикшит слушал внимательно и говорил: так нет, я же знаю, что это не сработает. Sukadeva Goswami appreciated that his disciple was paying attention, was listening carefully. И Шукадева Госвами оценил это. Он видел, что его ученик слушает внимательно, хорошо. Okay. Yes, Матаджи. Я в 50 лет прочла Бхагавад-гиту Шримад-Бхагаватам. Это буквально перевернуло мою жизнь. И я хочу поделиться с тем, что я написала. На цепях подвешена корова, перебиты ноги у нее, и из глаз текут потоки крови, и защиты нету у нее. Ах, вы лицемерные людишки, еще вчера нужна была вам молоко, сметану, творог, сливки сполна поставляла я вам. А еще вы называли меня матерью. Да где же ваша совесть, где просто жалость? Нет ничего.
лишь остервенелое желание вырвать жизнь из сердца моего. Вот она, эпоха Кали, когда люди погрязли во лжи, лицемерии, наркомании, проституции, мясоедии и берутся все за ножи. Параллельно реке убиенных животных потечет людская река. Вот Афган и Чечня, и теракты повсюду атоми. Виноват президент. Каждый предстанет к ответу справедливым и грозным судьей. Всех нас жалим, все мы равны. Его имя Всевышний. Матерь стонут у обелисков. Молодой ненаглядный сынок смотрит матери в очи застывшим укором. Его взгляд говорит: ты убила меня. Наши матери забыли, что пищу нужно освещать. Наши матери забыли, что посты нужно соблюдать. Только мясо Бог не нам. Ты с любовью ему предложи воду, фрукты, овощи, зерна, молоко. И, конечно, цветы. Глупые, как дети, мы отождествляем себя с нашим телом, потому что веды мы не изучали, поэтому истины мы не знали. Из жизни в жизнь, с планеты на планету, блуждаем мы словно во мгле. Совсем недавно поняла я, какой позор родиться на земле. Скотобойни, места убийства, сколько вас на земле бесчесть. Вы как эхо войн грядущих, и мечта вайшнава закрыть вас всех. Мой внучек Миша, я так надеюсь в этом на тебя. Ты не один, с тобой Кришна. Ты, подрастая, людям объясняй всю пагубность их дед кровавых. Забыли мы о самом главном, что хозяин этого мира – Бог. А мы ведем себя в его доме, как последние негодяи. Поносим друг друга и убиваем, Господа не спроси. Здоровым силам, вахтам Бога. Подняться нужно во весь рост. У Дживу всех одна дорога. Всегда Всевышнему служить в духовный мир. Poem, very nice poem, yeah. What? Did she write the poem? She wrote the poem? Yeah, it's by herself. So she used to write poems. She has many. She has. Okay. Any questions on Skype? По Скайпу есть вопросы? Окей. Джай. Арибу. И вы слышите, что шел Нарсимха Махарадж ки? Джай. Джай.